Ульяновск получил звание «Город трудовой доблести». В первые годы войны наш город снабжал фронт патронами. У нас продолжили работу эвакуированные заводы. Все это дает Ульяновску право быть первым городом, который проведет у себя форум городов трудовой доблести. Мероприятие планируется провести в конце августа, начале сентября. Но к этому времени город должен подготовить соответствующую прописанную в указе президента символику. Администрация уже подготовила эскизы, которые продемонстрировал глава города Сергей Панчин. Несколько вариантов логотипа в Ульяновской городской доблести. Мы каждому из председателей совета ветеранов, каждому присутствующему здесь раздадим эти материалы. В логотипе будут отражены заводы, которые работали в годы войны. Кроме этого, в рамках предстоящего форума пройдут открытые дискуссии, пленарные заседания, тематические лекции. Главная тема – традиции городов-участников, практики развития промышленности, сохранения исторического наследия. Ульяновские архивисты начали разработку уроков исторической памяти. В настоящий момент мы проводим работу над шестью темами, которые включают в себя, соответственно, промышленное производство, затем медицину, потому что Ульяновск был на самом деле истинным госпитальным центром. Это в обязательной степени забота о детстве. До конца июля будет утверждена предварительная концепция создания в Ульяновске музея «Город трудовой доблести». Кроме того, нужно благоустроить некоторые места, связанные с новым званием. К примеру, площадь перед Домом культуры 1 мая, где проходила встреча. Вот эту площадку перед ДК 1 мая может как вариант назвать, чтобы дети не забывали, люди помнили на века, площадь трудовой доблести. Также на заседании обсуждались вопросы создания площади трудовой доблести и о наименовании улиц в новых микрорайонах в память о героях труда. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что при этом нужно учесть мнение каждого неравнодушного ульяновца. Кроме того, глава региона наградил памятными медалями тех, кто доблестно трудился в разные годы. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Управды ТВ.